Мы собираемся посмотреть на Липартальяне в программе «Суперзвезды дзюдо». Трехкратный чемпион Европы, трехкратный призер чемпионатов мира и олимпийский призер. Я хочу взглянуть на очень необычный способ выполнения учимата, который выполняется против соперников в противоположной стойке. Очень необычный способ, которым он держит руку на шее за отворот кимоно, и как он заставляет ее двигаться в том направлении, в котором он хочет. У Липартальяне есть два основных варианта захвата отворота. Один из которых заключается в том, что его рука находится под рукой его соперника, и он использует это, чтобы вытянуть его вверх. Другой – внутри руки соперника, где он полагается на большой рывок. У Липартальяне из Грузии очень необычный способ выполнения учимата против того, кто стоит в противоположной стойке, того, кто стоит в левой стойке, так как он правша. Все дело в направляющей руке, которая направляла его соперника, но также, как он скручивал запястье, когда он входил в учимата. Его не волновало то, что эта рука была позади него. В этом положении его запястье поворачивалось, и когда запястье поворачивалось, оно направляло локоть в том направлении, куда было необходимо для него. И он использовал это для учимата, таким образом его соперник соединялся с ним. Но также, если его рука срывалась с захвата, он просто переходил в макикоми. Интересный вариант. Грузинский стиль, стиль Липартальяне. Посмотрите на Липартальяне и его различные способы выполнения приемов на суперстар дзюдо.